доме беда. Старой проводки искрят провода. Замыкание цепи и пожара не избежать. Мы не сможем просто сидеть и ждать, пока дворник сметет оставшийся пепел. Отойди, не стой на моем пути. Вольные птицы не могут сидеть в заперти. Если есть крылья, лети. Вольные птицы не будут сидеть в заперти. Прекращая эфир, затухают экраны. В тишине возникает вопрос: кто в беде виноват и с кого будет спрос? В умах открываются старые раны. Отойди, не стой на моем пути. Вольные птицы не могут сидеть в заперти. Если есть крылья, лети. Вольные птицы не будут сидеть в заперти. Отойди, не стой на моем пути. Вольные птицы не будут сидеть в заперти. Если есть крылья,